трагедии и комедии, они всегда рядом. Это сильные эмоции, я люблю очень этот жанр. Но, кроме того, это тема такая, которая меня волнует. Как ну, хватит уже. Можно я сегодня поговорю? Можно. Вот. Аленочка, вот сюда нога, ну, пожалуйста. Ну, я понимаю, что тебе голову поставили, но не забывай сразу остальное, потому что иначе ты делаешь вот так. Давай еще раз, Ром. Ты держишься? Да. Нет. Вы торчит. Все, все, Аленушка, ну ты же видишь, я закончил. Нам понравилась и музыка, и вот история эта, она просто не может не волновать. Вот и все. Другая рука. Пам. И разгон, да. Встала. Ой, тихо. Тихо, не бросай меня. Я очень болею за эту пару и очень болею за Гида Минса. А мне нравится, что у них есть свой собственный уже почерк и стиль, что ли, да? Когда они делают что-то вот, превращаются в каких-то совсем других персонажей, какие-то острые характеры делают, да им очень идет. Вы совершенно разные пары. Вот нас можно с кем-то, да, сравнивать, но с ними точно сравнивать. В каком-то смысле нельзя. То есть... Артист балета, ну куда-то. Нет, ну просто вот, да, у нас. Да, вот. В свой день рождения Алена и ее партнер Роман выбрали песню «Би-2» «Волки». Волки уходят в небеса, горят холодные глаза. Приказы верить в чудеса не поступало. Позор и слава в их крови, хватает смерти и любви. Но сколько волка не корми, историю на льду нам рассказали Алена и Роман. Замечательная песня, выбор песни гениальный совершенно. Ну и экспрессивность пары на льду выше всяких похвал. Не зря аплодируют жюри,
Я полностью с ними согласен. Тут у меня была мысль призвать жюри в честь дня рождения Алене прибавлять по 1/10, но, по-моему, не нужно будет этой паре. Я хочу еще раз обратить ваше внимание, уважаемые телезрители, наш дуэль-то очень важная сегодня. Между собой соревновались соседи по турнирной таблице, они делят 4-5 место. Мне очень понравился номер, я с таким восторгом о нем отзываюсь. Сложно по горячим следам сразу сказать, что именно понравилось.